Вот приехал домой, начинает темнеть, светодиоды начинают моргать. Например, ветер подует, вот он, они начинают загораться. Сейчас пойду подредактирую код, чтобы светодиоды загорались, если света меньше, чем 400, и выключались только если выше 450. А то получается сейчас на грани оно прыгает. Ну вот, я на крыше сижу, уже все установил, съездил в магазин, стемнело, и как видите, начало моргать. Вот так вот это находится на крыше все. Здесь тут у меня блок питания для светодиода по всему дому. А, забыл, что у него нет 5 вольт, пришлось сделать такой вот небольшой конвертер. Это я его термотрубкой обмотал. Это на самом деле разобранный автомобильный зарядник USB. Просто без корпуса и припаян на 12-вольтовую линию и на 5-вольтовую линию. Все, сейчас пришлось все разобрать, чтобы все перепрограммировать. Так спокойно. Вот залажу на крышу, ввожу свой код, нажимаю «Аплоуднуть». Все это вот через кабель. Аплоудится. Все, сейчас уже новый код залит. Такие вот дела. Вот так, у меня крыша сверху. Не забывайте код в группе ВКонтакте. Всем спасибо за просмотр, всем пока.